Организатором выставки, посвященной одному из самых почитаемых православных святых Сергию Радонежскому, выступил Данилов монастырь, мужской монастырь Русско-православной церкви в Москве. В представленной экспозиции картины известных русских художников. Мы создали такую галерею, то что общаемся с художниками, они дают нам разрешение печатать их работы, картины. Сейчас очень много прекрасных художников, современных, которые в Глазуновских, они знают историю и пытаются в картинах своих важные моменты нашей истории воспроизвести. Потому что, к сожалению, сейчас в школах очень плохо изучают историю. И не только дети, взрослые не знают историю. А если мы забудем свою веру, свое племя, свой род, мы просто вымрем. Преподобный Сергий Радонежский – один из самых прославленных русских святых. Поэтому на выставке много картин с его изображением. Одна из самых ярких – работа художника Василия Нестеренко, игумен земли русской. Сергий Радонежский, благословивший Дмитрия Донского на Куликовскую битву, изображен воздевшим руки к небу, молитвенно призывающим к помощи Богородицу и все силы ради блага многострадальной русской земли. Православную выставку посетило уже много ребят из города и сельских округов. Дети и взрослые с интересом рассматривают представленные работы и узнают новые исторические факты. Впечатление, конечно, дух захватывает. Я считаю, что такие выставки обязательно надо проводить, потому что сейчас идет как бы немножко перерождение уже наших молодых людей. Они уже обращают внимание на Бога, интересуются. Поэтому надо обязательно проводить больше таких выставок, надо им рассказывать. Всех желающих посетить православную выставку ждут в детско-юношеской библиотеке филиале номер 1 по адресу Анапа, улица Крымская, 83. Выставка пройдет 3 дня и завершится 6 августа.